Эй, давай сюда. Что там у нас за события? Не забываем подписку за мой канал, ставьте лайки. Да. Ого. Комара или Мустанг? Я! All right, tough boys and girls, you think you've got muscles? Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro ZL1 or a Shelby Mustang GT500 to find out who's got the biggest American muscles? Spoiler. It's me. Бля, они обе хороши, бля. 17-20 год. The Shelby GT500 performance is your business today. Оба хороши. The concrete jungle, how's it feel? Didn't think muscle cars could turn like that, did you? What are you trying to win, a taking forever contest? Let's go, buddy! Поворот, конечно, знак. Сирсом я обогнал. Да, блядь, чужой не пришел, нахуй. Жужулька пришел. Ассалам алейкум. Сережа сегодня опять раз шизофреник в гости заходил. Чего? Да, в гости заходил. Да, Сереж, было дело? Да, да. Видишь, он сам признался. Who's got the buffest American muscles? Let's find out. Короче, я вас нихуя не понял, что он говорит. Кто у нас шизофреник? Ага. И? В гости сегодня к нему ходил, блядь. Аха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 х
Ну ебать, я еще не проснулся. Нехуй спать нахуй, блядь. Надо работать нахуй, хуярить, блядь. Next time I'm calling you a cab. В следующий раз ты поедешь на такси, понял? Я сказал. Ну и чё, как гости? Ну, давай. Чё, я буду за тебя разговаривать, или чё? И все? И все, да. Ну да. Весь рассказ, блядь. Или как всегда, долбоебизм.
Как всегда, скажи, да? Давай в игры играть. Мараз боебизм. Во, я новое слово придумал, блядь. Он в классику, он сегодня в классику играет. Подтверди мои слова. Да. В Total War зашел, ты прикинь. Охуеть. Ага. Кто-то, блядь, вчера, блядь, весь день дождь шел нахуй. Дождь шел нахуй. Да пиздец, блядь, дождик хуярил. Ну все вопросы к шизофренику, не к нам. Я прав? В конце месяца, блядь, и дождь нахуй. Я в ахуе зимой. Пиздец. Чё ты вахуешь сразу? Чё ты сразу вахуешь, блядь? Да ебать, в декабре никогда не было такого. Всегда было, не пизди, даже у нас на севере, нахуй. Не, у нас не было. У нас было, нахуй. На улице снег стоит, а тут нате, нахуй, дождь пошёл. Погода меняется, нахуй. Климат меняется, нахуй. Скоро север станет жарким, а юг станет холодным, нахуй. Ебать, глобальное потепление, ёпта. Конечно, нахуй. Скоро у меня будет здесь Майами-Бич, а у тебя будет, блядь, это, Аляска, нахуй. Минус 40, нахуй. И ветер ещё, нахуй. Скоро это когда, лет через 50? Наверное, нахуй. Может, а не может... пофиг будет, когда 50 лет пойдёт. А может, ещё раньше, блядь. Климат же меняется, нахуй. Сережа, Сережа. Вообще. The Donut Crew has all kinds of shows on their channel. In one of them, they pit cheap parts against the high-end versions. It's called Hilo, and that's exactly what you're going to get a taste of now. Центр, блядь. Ага, вижу. А как фоторежим делать, блядь? You have something in mind? Fucking suck. А, блядь. Миссии, профиль. Магазин, карта, покинуть игру, настройки. Настройки этой игры, блядь. Я не понимаю, блядь. Фоторежим должен быть. О, я нашел фоторежим. О, окей. Графики, да?
что ниже. Граффити шоу сверху. Дэвис Гуд заработал бич. Бой 20 тысяч заработал на все. Какой молодец там. Никто не похвалит, пока сам не похвалит. Я себе легко, блядь. Nissan, короче, какой-то. Nothing is more iconic than low car. Except for high car. In this time attack, you'll get to drive both 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between cheap mods and expensive mods really is. Can you beat your own time switching from low car to high car? Show us then. Does more expensive mean more better? I mean, yeah. No, definitely. It doesn't. We did it in real life. Let's see what you can do with that setup coming straight from the sail rack. Give it the beam!
Прям так легко на лестницу залез. Переведу, хотя там сами разъебалось бы. Особенно на низкопрофильной тачке, блядь. Give it to me.